Я, если честно, ожидала увидеть ВОЗ как минимум в тройке лучших, за 400-то рублей. Но вода оказалась одной из двух, которые под вопросом. И если в ее составе нет стволовых клеток или хотя бы талых льдов Антарктиды, откуда такая цена? Да потому что есть люди, которые, покупая воду, платят не за воду. Это маркетинг, это упаковка, это бренд, это дополнительные какие-то фишки, которые нас с вами убеждают, что мы должны купить именно эту бутылочку. Хотя, строго говоря, по качеству, и как мы убедились, качество, в принципе, одинаковое.